Ехали в светофор. Ой, она уже убежала. Эй, иди сюда. Эй. Она, кстати, с биркой. Эй, привет. Ты что там, ты кушать хочешь? Эй, ты кушать хочешь, малышка? Вот так вот у нас собак стерилизуют, прививают и выпускают. Но зато хоть плодиться животные не будут просто. Худенькая такая. Эй, эй. Боится. Такая большущая. Мы приехали в светофор, закупаемся. Вон у меня Женька ходит. Потом покажу вам... Продукты Наташа снимает. Потом покажу вам закупочку, что мы купили. Ну и так, может, маленько поснимаю. А где кукуруза? Идем смотрим консервы. Что-то цен половину нету. Майонез, да? Сколько нет, тут нет. Стоит? 97. Такой вот мистер Рико. Ну-ка посмотреть, что в холодильнике. Пошли туда, да, зайдем. О, через такие шторочки. Опа. Ага, здесь холодно. О, кальмарчики. Сыр будем, да? Только лук еще рано, да? Сыр творожный. Сколько он? 400 граммов, 114 рублей. Так-то недорого. 800 грамм. 800 грамм? О, нифига. 800 грамм, что-то кусочек какой-то маленький. Ну, сыр тяжелый. Ну, давай возьмем. Поснимаю вам цены в светофоре. Четвертина 117. Так, тут что? А, это колбаса вареная. Нифига себе, колбаса вареная. Такая огромная. Смотрите, моя рука. Вообще. Здесь очень шумно. Наборы для бульона. Ну как что, грудка. Женя курочку берет. Вот голень в светофоре. Но смотрите, она вообще такая сильно-сильно замороженная. Там столько воды. Стейк из голени индейки 192 рубля. Ну и тут сосиски, и там и все это, и так далее. В общем, сейчас закупимся, увидимся дома. Молочка, посмотрим. О, печенюшки. Ну-ка, это что? А, это эклерчики. У нас яички покрашенные. Ты чек взял, кстати, нет? Вот такой чай, по-моему, 80 рублей он стоил. А кофе сколько, Жень? Кофе, МакКофе. А, он жуется. Вот такой вот гороховый суп с копченостями. 3 упаковки, 4. 4 упаковки купили. Он, по-моему, по 20 рублей. Хорошо варить так по-быстрому супчик. Это сучок малышам. Малышам. Вот такая вот литровая капля. Такой огромнейший майонез. Тушенка. Сколько стоит тушенка? Ну тоже можно. 79, ну 80 рублей. Вот такой вот чай за 35 рублей я посмотрю. Я даже не посмотрю. Черный чай с натуральной мелиссой. Палочки, вот крабовое мясо замороженное. Я не знаю, вкусное, нет оно. Но, по крайней мере, оно не должно быть сухое. Укус манище, вот такой вот сыра. 300 грамм. Ой, сколько тут граммов-то? Что-то я не могу понять. Ага, 800 граммов, да, ну 239 рублей. Килограмм 298. Такую кукурузу мы, кстати, в светофоре брали не первый раз. В общем, нормально там на салатике там. Завтра я сделаю салатик, там конфеточки. Консервочки. Вот это, по-моему, вообще стоило 35 или 34 рубля. Мы уже брали, она хорошая. Сардина. Сардина, да. Она подороже стоит. А, и еще.
Не буду показывать, муж у меня не одетый. А корочка, да? Нет, это что, бедра? Да. Бедра замороженные. Сколько они стоят килограмм? 170? 115. 115 рублей килограмм. Все, можешь убирать. И за все это мы отдали 1700 рублей. Я говорила, вот такие вот салфетки влажные детские. Вот такая штука. 36 рублей всего, 120 штук. И соль. И перебазировалась я в ванную. Здесь освещение получше. Вот такие вот пеленки для туалета. Гелевая для домашних животных в упаковке. Еще на, ну, гелевую, да, 60 на 40. Стоили 172 или 178 рублей, я уже не помню. В общем, попробуем. Потому что у меня уляли, закончились пеленочки. А она вот тут вот сидит, наблюдает, ждет, да? Когда же кушать будем? Сейчас я тебя накормлю. Малышок мой. Ой, чего такое? Эй! Эй, ты моя девочка, так скачет. Эй, ку-ку, Ляля. За Женькой наблюдает, да, как он убирает продукты. Сейчас Лялечка... Сейчас накормлю. И Мартичка там у нас где-то в комнате.